Приветствуем вас, дорогие друзья! Сегодня вас ждет встреча с прекрасными и талантливыми певцами из Санкт-Петербурга. И благодаря им мы с вами как бы побываем в этом великолепном городе на Неве. Атмосфера в Санкт-Петербурге особая. Роскошная архитектура, Невский проспект, Дворцовая площадь, многочисленные каналы, мосты, музеи, Адмиралтейство, Петропавловская крепость. Едва ли возможно перечислить все красоты этого города. Машенька, ну когда вы их перечисляли, все-таки я думаю, что многие мысленно как бы совершили экскурсию по этим открыточным местам. Виртуальный тур. Конечно. А названий у Санкт-Петербурга столько, сколько, пожалуй, нет ни у одного города на земле. Северная Пальмира, Северная столица, город на Неве, город белых ночей. А еще его называют культурной столицей России. И сейчас я хочу пригласить на сцену ведущего солиста Мариинского театра, заслуженного артиста России Евгения Акимова, партия фортепиано Владимир Бродский. Взгляни под отдаленным сводом, гуляет вольная луна. На всю природу мимоходом равно сияние льет она. Quando fa notte o sole se ne scende,
Евгений, скажите, а вы коренной петербуржец? Да, я родился и вырос в Петербурге. Среди ваших наград не только лауреатские медали на конкурсах вокалистов, но и «Золотая маска». Это престижная национальная театральная премия. И у вас их даже две. Сначала как подающему надежды молодому дарованию, а потом за богему уже полновесная «Золотая маска». То есть ныне все-таки культ певца-актера, да, то, что еще Шаляпин заложил основы. Безусловно, безусловно, и огромное счастье, что я имею возможность петь в замечательном городе на прославленной сцене Мариинского театра и выступать в Москве, в замечательном, красивейшем городе, и радовать публику московскую, так как и питерскую. А вот в своем репертуаре вы достаточно много внимания уделяете романсу. Конечно, в программе «Романтика романса» это особенно приятно, но мне бы еще хотелось услышать от вас причины, по которым вам романс близок. Вы знаете, романс, для меня романс – это совершенно, скажем так, отдельно стоящая такая струя искусства. Умение петь романс гораздо, мне кажется, это гораздо сложнее, чем просто петь оперу, потому что в романсе негде спрятаться. Если в опере можно спрятаться и за декорации, и за партнеров, и за музыку, то романс, исполнение романса – это один ты на фоне рояля, скажем, или на фоне других каких-то музыкантов, и это очень интимно. Ну, романс надо не петь, а проживать. Естественно, да, естественно. Спасибо, спасибо, и надеемся вас еще не раз видеть, спасибо, в нашей программе. Спасибо. 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 Белла Ахмадуллина еще в советское время воскликнула: «Какая длинная дорога из Петербурга в Ленинград». Теперь мы проделали уже обратный путь из Ленинграда в Петербург. И восстановилась, можно сказать, связь времен. Кто только не воспевал этот царственный, блистательный город. Поэты, художники и, конечно же, музыканты. И композиторы, творившие в этом городе, они, конечно, тоже пропитывались вот этой совершенно особенной атмосферой города. И, конечно же, нам хочется вспомнить музыку одного из самых любимых питерских композиторов, Андрея Павловича Петрова. Ему, кстати, в этом году исполнилось бы 80 лет. И я приглашаю на сцену лауреата всероссийских и международных конкурсов Михаила Луконина. Партия фортепиано Владимир Бродский, партия скрипки Александр Бронвейбер. Спасибо. Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет, вы, конечно, на исходе дней. Загадка, как она дурачит, и хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куда лезет, поворот событий, сжимает сердце, голова пьяна.
обретенная страна. Сердце, голова пьяна, и множество незнаемых открытий мне дарит обретенная страна. Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание, прозрение, прощение. Я пригвождён к трактирной стойке. Я пьян давно, мне все равно. Он счастье мое на тройке. Серебристый дым унесено. Летит на тройке потону. Веков, и только сердце захлестнуло серебристой мглой из-под подков. В глухую темень искры мечет. От искр всю ночь светло. Бубенчик под дугой лепечет о том, что счастье прошло.
Мы тоже хотели бы вам задать несколько вопросов, но и прежде всего, поскольку вы только что пели произведение Андрея Павловича Петрова из фильмов Эльдара Рязанова, наверняка вы помните человеческий, не только композиторский облик Андрея Павловича. Конечно, конечно. Мы, надо сказать, много гастролировали вместе. Это удивительный, конечно, человек был. И в музыке мы это все прекрасно видим. Музыка полна любви. И я был просто счастлив, когда был вместе с ним на его концертах. И при всей его требовательности, по-моему, с ним было легко работать, правда? Абсолютно. Это обаяние, оно на всех распространялось. Надо сказать, вот существует, в моем понятии, два вида композиторов, которые... Одни из них просят играть от ноты до ноты, как написал композитор, например, ни шагу влево, ни шагу вправо, да? Андрей Павлович был очень демократичным человеком в этом смысле, поэтому мы видим очень много обработок его романсов, песен, и он был просто счастлив. Играйте, играйте, пожалуйста. А в Санкт-Петербургской опере, которой руководит Юрий Александров, вы пели Онегина, Жермона, и вот такая... Милая нам привязанность к романсу. Надо сказать, что когда я был маленьким, я был фанатом в свое время Робертино Лоретти. По-моему, в 4 классе учитель попросил нас написать сочинение, кем я хочу стать. Так вот, я написал несколько строк, сочинение было. Я хочу быть певцом, лауреатом Ленинской премии, похожим на Муслима Магомаева. Прекрасно. Тем более, что петербургская пресса присвоила вам звание мистер Романс. Да, это очень почетно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Певица, которая сейчас выйдет на сцену, она покоряет петербургскую и не только петербургскую публику своей эмоциональностью, красотой, и талантом, конечно. А еще ее называют дивой русского кроссовера. Это жанр, который предполагает смешение направлений и стилей. Она не впервые в нашей программе, и, наверное, это имя москвичам тоже говорит немало. Лариса Луста. Была когда-то.
ты сам того хотел. Лариса, Борис Прозоровский, вы только что пели его романс, тоже петербуржец с трагической судьбой. Да, потому что можно сказать, что... Расстрелян в 37-м году. Да, это человек в прямом смысле слова отдал жизнь за романс. Он родился в Санкт-Петербурге, если мне не изменяет память, в 1891 году. Он трижды был арестован за свою жизнь, причем все три раза именно виновником этих арестов становился русский романс, которому служил Борис Прозоровский, который по первому образованию, кстати, был врачом. Он не был профессиональным, скажем так, вот пианистом и музыкантом. И последний раз по приказу Ежова в 37 году он был расстрелян. Вот вы будете петь его романс «Вернись», да. Но ведь есть парный романс. Он же написал романс еще «Я не вернусь». Да. Карева как-то сказал, у меня сегодня хризантемное настроение. Надеюсь, у вас тоже? Да, у меня тоже сегодня хризантемное настроение, и мне хотелось бы сейчас вспомнить, вот раз мы так уже неоднократно упомянули романс «Вернись», вспомнить еще раз Бориса Прозоровского, потому что этот романс принадлежит его перу, вспомнить и Тамару Церетели, которая была первой исполнительницей этого романса, вспомнить Галину Кареву, которая подарила вторую жизнь этому романсу, была блистательной его исполнительницей, вспомнить Михаила Юрьевича Аптекмана, который мне аккомпанировал этот романс. Прекрасно. Партия фортепиано Александр Юдин. Жизнь,
Александр Юдин. И в завершение нашей петербургской программы выступит певец, который уже знаком зрителям и посетителям программы «Романтика романса», потому что он был даже в сольной программе. Это заслуженный артист России, солист Мариинского театра Владимир Самсонов. Ваша концертная география так велика, я затрудняюсь вспомнить название какого-либо известного зарубежного театра, в котором бы вы не выступали. 25 стран покорил, огромный оперный репертуар, тут все, граф Альмавива, Дон Жуан, вообще, и, знаете, Фигаро. И Валентин, и Фигаро, то есть и лирические, и более драматические партии. Я вот хочу сказать, как вы совмещаете в своем репертуаре абсолютно все, и такое замечательное внимание уделяете романсу. Я вас даже позволю себе вас процитировать. Вот театр – это декорации, костюмы, грим, а в романсе ты один на один со слушателем, композитором и собственным голосом. Вот видите, Владимир Самсонов без грима. Спасибо. Но правда, я знаю, что многие, самые великие оперные наши певцы любили романс. Вам чем он близок? Мне интересен романс тем, что я вижу ваши глаза и вашу реакцию сразу. Не забывайте еще и глаза телезрителей. Да. Очень четкий есть градация, чем академическое пение оперное отличается от эстрадного певца. Вот чем вот. Вот, допустим, ты выходишь в роли Евгения Онегина. Это вот ты, Володя Самсонов, который сейчас поет «О, жалкий жребий мой». Вот это ты сейчас в роли Онегина. А вот когда Онегина. Я пою романс, хотя его написал другой автор, другой поэт, я одеваю этот костюм романса, и это мой костюм, это моя, даже не костюм, это моя кожа, это мое сердце, понимаете, я вкладываю в себя это сердце, и я уже пою вам как от себя лично. От первого лица. Да, а так я могу выйти и спеть арию этого, «Каватину Валентина», это будет «Каватина Валентина». Все будут наслаждаться красивой музыкой Шарля Гуно. И наслаждаться вашим замечательным голосом. Надеюсь. И вашей красотой, и несмотря на то, что рампа, оркестр, свет и костюм, все же Самсонов — это Самсонов. Спасибо, конечно. Стой, теперь только это надо оправдать. Теплю камелек и смотреть буду в кроткий огонь. Я забудусь в мечтах тихих прошлого сна. Ты меня не зови и не трожь. Будут искры огня тихо нежить меня, и под пеплом дремать угольки будут тихо ласкать до гора. Огоньки.
зябнет легко. Все у ней далеко. Старость ищет чего-то в золе, недотлевших углей прошлых солнечных дней. Страшно ей оставаться во мгле. Я уйду в уголок, затеплю камелек и смотреть буду в кроткий огонь. Я забудусь в мечтах тихих прошлого сна. Ты меня не зови и не пока есть бутылка.